которые в течение вот этих последних полугода мы отбирали по Хохломской области. Почему была только Хохломская область выбрана? Потому что там работает Бобсом, там женщины, которые трудятся на полях, они почему-то не показываются на экранах телевизоров, и они немножечко остались как-то в стороне. Поэтому мы решили проводить только по Хохломской области. Добро пожаловать всем! Я надеюсь... Имрос просадьон насильки, харья зельбузур сомили джонсаке. Молодос утробакович мошал прошли, муборатто и хойлия. Я отвечала со многими из вас, и со всеми мы говорили о том, что есть специальные программы для женщин.